В Акушинском районе на 18-м километре республиканской автодороги Леваши-Акуша сошел оползень. В настоящее время осыпные процессы продолжаются. Проезд для всех видов транспорта в данный момент открыт. Кроме того, имеется объездная дорога. Угрозы населенным пунктам нет. Вдоль дороги находится магазин и АЗС с тремя бензиновыми и двумя газовыми резервуарами, которые постепенно накрывают оползневой массой. Для оценки обстановки от Главного управления МЧС России по Дагестану выехала оперативная группа.